Это «Вести», и мы продолжаем выпуск. Подарок от Чечни Санкт-Петербургу. В северной столице открылся клуб смешанных единоборств имени Ахмата Кадырова. Заниматься в нем смогут ребята всех возрастов, причем дети ветеранов боевых действий и сироты бесплатно. Создатели клуба уверены, спорт – лучшее средство укрепить межэтнические и межрелигиозные отношения. Репортаж Дмитрия Пищухина. Первое правило бойцовского клуба «Ахмат» – сделать так, чтобы о нем узнали далеко за пределами Чеченской республики. Петербург – один из немногих городов, где теперь есть свой филиал известной спортивной организации, названной в честь героя России Ахмата Кадырова. Бойцы демонстрируют свое мастерство. Они не дерутся, словно танцуют. С удивительной легкостью укладывают соперника на лопатки, разбивают деревянные доски, расправляются сразу с несколькими условными противниками. Среди приглашенных представителей сразу нескольких конфессий. Православный священник, главный раввин и муфтий Петербурга дают наставления спортсменам. Их проповеди объединяет одна общая мысль. Спорт помогает народам России стать ближе. В этом году отметили юбилей нашего города Санкт-Петербурга. Город строился как межнациональный и межконфессиональный город. Я горжусь тем, что этот статус до сих пор сохраняется. Наставником петербургского филиала клуба «Ахмат» стал известный боец смешанного стиля, чемпион России по рукопашному бою и чемпион мира среди клубных команд по боям без правил Михаил Малютин. Недавно открылась в Чеченской республике улица Санкт-Петербургская. Приезжала делегация Санкт-Петербурга. И в знак этого, да и вообще в знак дружбы, было принято решение главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым открыть филиал клуба «Ахмат» в Санкт-Петербурге. В первую очередь клуб рассчитан на детей и подростков. Боевым искусством будут обучать воспитанников детских домов и сироты из петербургских приютов. С такой инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Есть договоренность с исполнительной властью и с городом Санкт-Петербурга. Это, скажем, сироты, полусироты детей с детским домом. Есть соглашение, что эти дети здесь будут тоже на бесплатной основе заниматься. Петербургский клуб войдет в число филиалов, бойцы которых заявили о себе на мировой арене. Девиз организации – «Ахмат – сила, объединяющая братские народы России». Дмитрий Пищухин, Евгений Костин, Александр Брушков и Галина Орлова – «Вести» из Петербурга.